Всем привет еще раз. Второй бой между ФЛТК и Баркой 1/8 финала Кубка Карла. Кубка нации по Карлу. Не изменились составы совершенно у игроков. Единственное, что поменялось, расстановка. Теперь все метатели дротиков стоят по флангам. Вот здесь вот непонятная какая-то дыра у ФЛТК. Ну, я думаю, эта дыра, она, правда, так, ветераны, отряд копьеносцев, отряд ветераны-копейщики, ветераны-копейщики, знатные, три, да, вот, четыре знатных метателя дротика, два новобранца с топорами. Так, стоп. Что у нас? Копейщик куда-то пропал? Нет, никуда не пропал. Составы не изменились. Ну, посмотрим, что изменится в тактике. Также фланги у нас оттягивает. Вот, пишите, аварские лучники, ну, без прикрытия, конечно, они снова могут стать снова легкой добычей для вестфальских хашек. Снова это 4 знатных аварских мечника. Может быть, стоило что-нибудь, конечно, поменять Барки в составе. Хотя предыдущий бой он отыграл, в общем-то, неплохо, но... Да, вот обстреливает. Конечно, 3 луча мало, я думаю, 4. Вот сейчас в тыл стреляют. Ну-ка, посмотрим, дотянутся, нет? Да, аварские пикинеры стреляют. Урон у них неплохой, за полтинник урон. Ну и вот снова повторяется то же самое. Один в один, причем, ситуация. Точно так же на правом фланге промотал он тот раз этих пикинеров. Знатные метатели снова отрабатывают по аварским мечникам. Они не в стене щитов. Что их отводить? Они сейчас вообще в спину выхватывают. Посмотрите. Падают, бегут, падают. Ну, что это? Конечно, немного, но падают. Умирают здесь они. На левом фланге вообще безнаказанно эти новобранцы стоят вместе со знатными. Отрабатывают они по аварским мечникам, которые тоже не в стене щитов, и снова они теряют. Здесь вообще аварские пикинеры запопали. Да, грех, конечно, их здесь сейчас не пригреть. Одни по ним стреляют, двое других их здесь чаржат. Вступают в ближний бой. Тут вообще невероятное происходит. Ветераны-копейщики вышли вперед и... Да, Кавай, что ты им сделаешь? Посмотрите, ну расстрелял. Целый отряд аварских мечников был расстрелян. Копейщики-новобранцы практически, ну, очень много расстреляли. На правом фланге знатные метатели дротиков хоть и вступили в ближний бой здесь, но зарешали они. Еще одна новобранца сейчас, вот, бежит, копейщики-новобранцы бегут за новобранцами с дротиком, ну... Опять наживка вот эта вот, быстрее их убить, да, кавалерии. В то время как копейщики здесь слились и никакой поддержки нету, а ветераны-копейщики мгновенно расправляются с этими аварскими пикинерами. То есть опять запустил в тылы 3 отряда. Ну, тут даже практически тот же самый сценарий, только еще хлеще. Я думаю, цифры за новобранцев с дротиками будут хлеще. И по центру теперь мы пропускаем. Знатные аварские мечники, конечно, здесь они сейчас помогут своим лучам, но... Что тут у нас? Ветераны-копейщики пробрались. И неплохо пробрались. Да, они под обстрелом, конечно, сейчас. Сейчас они здесь сольются, но цена опять-таки этих потерь. Ну и знатные метатели дротиков останавливают здесь подобным выстрелом копейщиков. Стоят знатные аварские мечники. Кава абсолютно не помогает здесь ничего. Вот что вот она тут стоит, вот их чаржить надо вот так, этими вот так надо успевать. Знатные так и отошли в итоге, хоть их здесь и 42, но они отошли, они сейчас вернутся и метнут, они 3 залпа по 90 урон. Все-таки добивает здесь ФЛТК, посмотрите, лучников пеших аварских. На правом фланге, что у нас, знатные метатели дротиков. Ну, конечно, они сейчас законтрят этих копейщиков-новобранцев. А тут знатные метатели дротиков еще и не отстрелялись. Посмотрите, целый отряд. И, о, вот, ну просто в тылы выходит.
на левом фланге более упорная борьба идет, чем на правом. В центре удалось зарешать. Вот эти непонятно, что стоят. Конечно, нужно их бросать сейчас на знатных аварских мечников, но что они, эти знатные аварские, против хранителей очага? По крайней мере, вот в этой ситуации, какая есть, они даже не целиком. Вот посмотрите, отряд раскидан получается. Часть здесь стоит аварских мечников. Вот она, стена щитов. На правом фланге здорово чаржит генералом барка ветеранов-копейщиков. Но бегут здесь в тыл знатным аварским мечникам ветераны-копейщики. И они сейчас помогут, конечно, здесь. И очень здорово помогут. Ну и вот знатные метатели дротиков. Отстреливаются они по остаткам уже знатных аварских мечников. Да, хашки отрабатывают, и отрабатывают неплохо. Но допускают они ближнее столкновение, и, конечно, ничего хорошего не получится. Ну, а теперь чаржит генералом двух копейщиков, конечно, это уже поздно. Ну и на левом фланге как бы упорно не сопротивлялся здесь барка, и ФЛТК удается, конечно, зарешать ситуацию. Да, стреляют его хашки по воинам со скромосаксами. И грамотно, как смотрите, отводит, дает прочаржить. Тут же бегут они, и причем лучников, да, понимает, бог с ними, с копейщиками, уже видит ФЛТК, что на его стороне преимущество, и, соответственно, он, да, максимальная угроза здесь, эти пешие аварские лучники были. Ну и сейчас еще один чарж в тыл копейщикам, этим новобранцам. Ну, естественно, никакие аварские пикинеры тут в ближнем бою, так называемые мели схватки, они не выстоят. Да, жив еще генерал аваров, но уже неким, конечно же, бороться здесь. Ну что ж, более убедительная победа во втором бою ФЛТК над баркой. Ну что ж, good game ФЛТК, good game барка. Молодец барка, очень упорно он стремился пробиться в плей-офф. Ну вот даже дропнулся, я так понимаю, хотя совершенно напрасно. Ну, может быть, просто разочаровался, что, в общем-то, понятно, что он уже не пройдет дальше. Ну и давайте посмотрим результаты. Ну, конечно, посмотрите. Да, вот то, о чем я и сказал в бою. 3 за сотню. Отличный результат. Копейщики эти ветераны примерно так же отработали. То есть все примерно, генерал 41, так же, как в прошлом бою. Но больше набили знатные метатели дротиков, и кавалерия сыграла гораздо лучше. Здесь, даже если в среднем взять, по сравнению с прошлым, конечно, лучники не вытягивают. Мечи, да, вот знатные аварские, 2 отлично отыграли. Копейщик 1 здорово. Генерал в этом бою прекрасно. Но все остальное-то, посмотрите. Ну вот сотня. То есть из 3, 4, 5, да, ну ближнего боя, пусть так, кавалерии, 5 отрядов было, ну 2 сыграли. А 3-то не сыграли. Ну и аварские конные лучники, конечно, слабы. Мечи в этом бою, конечно, получше. Но не те это результаты. То есть где-то недоконтроль, где-то тактически позволил, конечно, переиграть себя барка ФЛТК. Итак, good game. Спасибо за внимание.